первый слой видно. Нанесли. Таким образом он наносится максимально. Все проклеиваем на руки. Пол, крылья. Все, насколько это возможно. Наносится, прикатывается валиком. Затем салон. Пол. Тоже максимально все. Наносим и раскатываем. Здесь дверь не завершили. Первый слой внутреннего пола сделали. Вибра. Также наносится и прикатывается. Совершенно другой звук. И проклеили крышу. С вибром мы завершили работу. Приступим к нанесению шумопоглощающего материала. Таким же образом он будет наноситься поверх первого слоя.